Я часто прихожу сюда один, чтобы покататься. Здесь тихо и безмятежно. Когда на склонах такой снег, спуск с горы. Просто фантастика. Ничто не может с этим сравниться. Самое лучшее — спускаться по маршруту в первый раз. Ты чувствуешь, что делаешь нечто новое, особенное. Это самое невероятное ощущение в моей жизни. Я катаюсь с 5 лет и каждый день узнаю что-то новое. Хотя сейчас мне уже 32. Становлюсь лучше с каждой попыткой. Здесь наверху для этого самое место. Я здесь, чтобы найти лучшие участки. Вновь ощутить тот подъем, который испытываешь впервые, проезжая по этим удивительным маршрутам. Здесь столько всего можно сделать, столько всего открыть. Каждый день в горах приносит нечто особенное. Иногда это маршрут для спуска, иногда место для новых трюков. И каждый день неповторим. В этом месте есть все. И лесные заросли, и грандиозные альпийские пики. Безмятежно бродить по горам и изучать их — лучшее занятие для меня. Главное для меня — чувство новизны во время исследований гор. Одни и те же маршруты на горнолыжном курорте — это скучно. Но здесь все по-другому. Порой ты чувствуешь себя первооткрывателем. И это ощущение, оно просто непередаваемо. Думаю, если бы я не нашел себя здесь, то стал бы летчиком. Мне нравится смотреть на мир с высоты. Было бы здорово. На самолете я уж точно получил бы заряд адреналина. А это для меня самое главное. Ради этого я и живу. Моя цель — достичь своего максимума. Не сидеть сложа руки, оставаться верным себе. Я хочу быть парнем, который находит удивительные места. Тем, кто первым проходит по идеальным спускам. Здесь я чувствую, что мне это по плечу. Кажется, что скоро они снова предложат нам поработать вместе.